Всем привет, друзья, с вами Илюха, и хочу вам показать забавный момент по сбросу шести на сервере Берлога. Погнали! В общем, буду пробовать пропустить мессера. Тут я словил блэк, повторю, не показывается. На помощь, кстати, пришел союзник. А мессер тем временем так и висит на шести. Иду в разгон. И буду пробовать пропустить бочечкой. Удобный момент. Сбрасываю тягу и выхожу на контратаку. Пробиваю, но мессер, видите, погнул мне винт. Развалился на куски, был сбит, но печаль, беда. Не нанес мне ни одной царапинки, а просто погнул винт. Вот такое вот коварство. А теперь давайте посмотрим на то же самое, но с внешним видом. Здесь, как говорится, комментарии уже излишни, и так все видно. Вот такой вот Epic Fail или Epic Win, решайте сами. Ну а на этом я прощаюсь, вступайте в мою группу ВК, ссылочка есть в описании, пишите свои отзывы и предложения. И до новых встреч. Пока-пока, друзья.